Нет, это не значит, что ваши учителя специально вводили вас в заблуждение. Просто наука не стоит на месте, и то, что считалось истиной 5 лет назад, сегодня воспринимается как ошибочное суждение. Так, например, было с Плутоном, который из планеты превратился в просто большое небесное тело. А в некоторых случаях учителя были просто дезинформированы, как, например, в случае с историческими героями. Именно поэтому я решил выпустить это видео. Надеюсь, что оно поможет тебе обновить твои знания. Итак, вот 18 вещей, про которые тебе неправильно рассказывали в школе. Электроны вращаются вокруг центра атома, как планеты вокруг Солнца. Скорее, они были похожи на рой пчел или стаю птиц. Пищевая пирамида представляет собой пирамиду, поделенную на ярусы. На первом самом объемном ярусе расположились цельнозерновые продукты, крупы, хлеб грубого помола, макаронные изделия, растительные масла. Продукты с этого яруса нужно употреблять ежедневно по 600-1000 грамм. На втором ярусе находятся овощи, фрукты и ягоды. В день полагается 100 грамм ягод и фруктов и 400 грамм овощей. На третьем ярусе находятся бобовые, семечки и орехи. И в день следует употреблять 50-150 грамм. На четвертом – белое мясо, рыба и яйца. Мясо на день положено 60 грамм, а яиц – одна штука. Существуют еще ярусы, но эти 4 основные. Долгое время эта пирамида считалась самым лучшим планом для диеты. Однако недавние исследования показали, что человек должен употреблять примерно одинаковое количество цельных злаков, нежирного мяса, овощей и фруктов. Так что эта пирамида, как ты уже понимаешь, уже не актуальна. Разоблачение бронтозавров. В течение нескольких лет ученые утверждали, что бронтозавры никогда не существовали. К счастью для любителей динозавров во всем мире, это развенчание было развенчано в апреле 2015 года. Это правда, бронтозавры опять существуют. Успехи в школе помогут тебе стать успешными во взрослой жизни. На самом деле важно не то, что ты знаешь, а то, кого ты знаешь. Вот почему люди вступают в клубы, ассоциации и так далее и заводят нужные знакомства. Однако даже это не может заменить знакомство с партнером по бизнесу твоего отца. Красивый почерк пригодится тебе в жизни. Вполне вероятно, что после окончания школы тебе даже ручка не понадобится. Ты все будешь печатать на компьютере. Если ты будешь хрустеть суставами пальцев, то у тебя появится артрит. Это неправда. Это обычные бабушкины сказки. На самом деле никаких исследований, доказывающих это утверждение, на эту тему не проводилось. Ты должен научиться делать математические действия в уме, потому что у тебя не всегда будет под рукой калькулятор. Мало того, что у тебя всегда будет с собой калькулятор, так он еще и будет более мощным, чем тот, который люди взяли с собой на Луну. Плутон – планета. Нет, Плутон уже не планета. Если тебя ужасно раздражает этот факт, то задай себе вопрос. Почему сравнительно небольшой Плутон, чья масса сопоставима с массой астероида, должен быть планетой? Стекло является вязкой жидкостью. Нет, это аморфное, твердое вещество. И нет, со временем оно не стекает. Взрослые понимают то, о чем они говорят. Большинство взрослых до сих пор понятия не имеет, о чем они говорят. Солнечный свет – источник жизни на Земле. Это утверждение было опровергнуто учеными, которые обнаружили существ, живущих возле подводных вулканов глубоко на дне моря. Им никакого солнечного света для жизни не требуется. Динозавры вымерли. Многие виды динозавров действительно вымерли, но одному все же удалось выжить. Сегодня этот вид известен как птицы. Язва желудка вызывается стрессом и неправильным питанием. Причиной этого заболевания является бактерия. Стресс и неправильное питание могут его только усугубить. Герои вашей страны были хорошими парнями. Независимо от того, из какой вы страны – России, США, Украины, Казахстана, Англии или любой другой – цари, полководцы, политики, исследователи, почитаемые в вашей стране, в другой могут быть признаны злодеями. Морковь полезна для твоего зрения. Все мы привыкли слышать с детства, что морковь полезна для зрения. Кто бы мог подумать, что это самое, что ни на есть ошибочное утверждение, возникновению которого мы обязаны англичанам.
Во время Второй мировой войны они специально пустили этот слух, чтобы немцы не догадались, как английские солдаты сбивают немецкие самолеты. Подсказка. При помощи радаров, а не моркови. В течение жизни организм женщины не может создавать новые яйцеклетки. Недавние исследования доказали, что на самом деле может. Мертвые клетки головного мозга не восстанавливаются. И опять-таки восстанавливаются. Этот процесс называется нейрогенезис. Кожа динозавров была похожа на кожу рептилий. Скорее всего, тело динозавров было покрыто перьями. И что, если принять во внимание факт номер 7, это как раз таки о том, что птички это и есть динозавры, звучит довольно разумно. Ну а на этом, друзья, у меня все. С вами был профессор Гуглов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наш второй канал под названием Тип Топ. Подписывайтесь на него, смотрите новые видео и до завтра. Пока!